Деду, подожди, сейчас деду яблоко. Деду яблоко. Деда, грызи яблоко. Мелочь пузатая. У нас для вас эксперимент. Как вы будете себя вести? Чё ты там орёшь? Где ты, господи? Крикуха. А, так ты самец. О, смотри, уже ждут. Они уже ждут. Эксперимент, подожди, это ты как-то неудобно. Боже, это что вы так кричите? А ну-ка, вашу ручку. Один. А как забрать теперь, как вот это? Ой-ой-ой. Тебе. Нормально о них. Так и висят на этом. Толстые огурцы, потому что. Так. Толстые огурцы. Ну, какие были, извините. Может их это вдоль типа порезать? Ну что, пусть стараются. Протаскивают. Он да, откусывает. Ай-ай-ай, лови-лови. Такая чуть не потеряла. Иди. На-на-на. Иди. Бери, что ж ты? А, головоломка. Смотри. А там это... Или это не пузатик? Я не знаю, я так не определяю. Слушай, она, мне кажется, это пузатик. Подожди, что у нас происходит? Где? Вот! Боже, мать, ты-то! Вот у нее, подожди, есть. А пузатик-то остался пузатиком или что? Ну, просто еще один, значит, пузатик нет, есть. Нет, погоди, тут какая-то. Значит, тут просто еще один. Или это... Нет, это пузатик. Что ты орешь? А тот он в стойке стоит, в позе. Кому еще? Держи огурец. Держи, а то упадет. Все с огурчиками? Вроде все. Да. Вон пузатик. Ой, я на нее сейчас и... Так, фокусируюсь. Чи... Это... Я не знаю, что там так, погоди. Так, держи огурец, а? Все, ворона, проворонила. Подберу. А эти куда сайгаки поскакали? Еда. Все понятно. То есть не успею я сфокусироваться. Девочки, может, и успею. Еду. Не мешайте мне. О, я сфокусировалась. Боже, да что же вы так орете? Куда ты пошла? Вот она за дедом пошла. Это пузатик. Есть просто пузатик 2, значит. Значит, скоро будем ждать. Смотри, как они уходят. Вот работники заходят, и они все в другой конец вольера. Надо отойти в сторону. За дедом. Она прям, смотри, прям с дедом рядышком вообще. Не отходит. Так, дед идет обратно. И она за ним. Ох, погнали всех, правильно? Иначе ж невозможно ж иначе. Это ж опасно. Прибежали все время сюда. Прибежали все. Вот это, конечно, да. Смотри. Это не то, что по огурчику в руки. Бегут. И они такие бегут, в руках вот это все держат. И побежали ж такие. Смотри, идет такой. Идет. Так, Педро сел там на кучу. Жует, кусает, грызет, плюет. Да, все твое. Все мое. Надо ж это сразу хапнуть побольше. Педро там, да, что, мелочится. Сидит на куче. Я там посижу. А дед? Дед вот где-то тут был. Но он что-то взял? Нет. Вот он идет. Вот, Педро ушел, теперь туда идет дед. Ну, какое-то уважение все-таки есть к Педро, я думаю. Ну, видимо, да. Дед не пошел с ним драться. Теперь сам сел. Так. Ну и где? Теперь. В тонке. Пузатик. Один, второй. Вообще, конечно, все очень запутано, интересно. Тайна, покрытая мраком. Не разберешься. Вот сидит рядом спиной, с, нет, да, пузатик, с дедом. С детем. Ну, мне не это. Может, они уже и без детей толстенькие такие стали. Вот она. Упитанная. Вот она, помпушка эта сидит. Вот она. Ну, так она это. Тоже дитя пузатик. Тут и рядом нет.
Дитё к самцу смотреть, дитё подошло и норм. Ну, а ну-ка. Так, ты чей дитё? Не знаю, он там бежит, поймала. Дона Роза поймала своего. Розиту поймала, Розиту. Так, это чей? Вот этот мужик её? Вот, нет, вот он к мамке пришёл. Ну, она такая пузатенькая. Может, просто у нее какая это? Вот это вот. И это пузатенькая. Вот это. Все с пузиками. Кроме Доны Розы, она стройняшка. Она следит за фигурой. Ибо нечего вот это вот. Бед сел. Смотри, одного за хвост держала, другого. Ты нянька двоим, что ли? Роза. Что не, ты? Такая, то не мой. Я попутала просто. Перепутала. Поплевали он, и плевали яблок, смотри. Они, потому что, я говорю, они семечки, походу, выковыривают. Очень интересно съесть целое яблоко, вернее, расковырять, чтобы добраться до семечек. До пяти семечек или сколько там. Мальвы запили песню. Угу. А, детвора. Чего это? Кто такая? Отвалите. Тут моя поляна, скажи, да? Моя скатерть-самобранка. Бегает туда-сюда уже. Мне кажется, просто толстая. Ну, питанная или, девушка. Или она еще может еще, у нее кто родиться. Может быть. По второму кругу. Потому что она пошла. Нет, она это не мамка. Вон с морковкой, которая. Не мамка? Не мамка. Ну, как она не мамка? Вот так, она не мамка. Вон мамка. Вот. Да, раз. Вон два. О, нет, это нет, череп. Вот этот вот ребенок. Этот вот ребенок. Нет, так, вон Донна Роза. Со своим ребенком. Со своим ребенком, да. Ну, нет, я-то Донну вот Розу отличаю. Вот тот. Светленький. Вот тот. Да. Вот тот. Да. Где, может, это где я показываю пальцем? За кустом. За возле ящика. Вот, да. Чей? Вот тот. Сейчас посмотрим. Кому придет? Вот это вот кто? Вот это вот. Вот это. Девушка. Ну, вот. Она мать или не мать? Или просто толстая? Или будущая мать? Или она толстая мать? Может, у нее она еще раз беременная? Нет, еще раз так не бывает. Не знаю. Он ходит же, мамочки, родили одного, потом второй погодки называется. Погодки. Вот у меня такие же. Точно, есть же погодки. Ладно, наблюдаю. Запутались во всех. Запутались. Ну, смотри, как с канатом играет. Так, а та вот кушает. Может, я ее сейчас и сниму. Смотри, так прям это. Нет, мне вот сюда нормально. Вот здесь еще неплохо. Но малыша мне не видно. А тут малыш уши торчат. Не, ну тут как бы я на них фокусирую. О, чего ты погнал? Мелкую погнал, вот эту вот. Няньку. Так, что ты прибежал сюда? Не истерить, я надеюсь. Ох уж этот дед. Дед закрылся своей шевелюрой. Да. И не видно. Ну, пузатика-то видно, а дитя не видно. Не видно. Ну, с какой стороны причем? В общем, ну, и пузатик, тут он тоже. Сейчас, может, отойдут оттуда. А вы крошите яблоки? Может, вы детям яблоки крошите? Наплевали на детей. Один. Вот твой сам. Один пока. Маленький. Да, да. И трое. И трое, да. И нам кажется, что одна еще беременная. Но мы никак не можем прийти к консенсусу. Вот, она, это, вот это вот с пузиком. Это вот, называется. Да, она пузатая. И но толстая. То ли это просто толстая мамка, то ли она беременная. И вот это пузатик. И вот она. Ну, вот это мать. Вот это вот она мать. Ну и та. А та не мать. Ну, как она ребенка кормила? Какого? Вот этого. Да? Светленького. В общем, тут да? Это... Я не видела просто. Она вот этого светленького кормила.
того гриба. Да, у них вольер большой стал, и много сразу стало. Знаете, как себя, как сад сел? Да, да. Дед мой. Дед. Мы его называем дед. Поставила коробку, ага. Он сел, вот так взял коробку на себя. И никто не мог подойти. О, авторитет. Что да, такое? Подавился, что ли? Вот там. Одно, да, одно. И походу девочка. Побежали. Что, проводите, да? Проводите кипера? Чего вы расщепилась? Балерина. Они тут все балеринки. Так, ну подождем уже, развернутся вот эти вот красавцы. Ну подожди. Я же все хочу малышку снять. О, копыта нашел. Как интересно, да? Копыта. Фрукты, овощи закусить копытом.